Чорнобра посетил Алекминский район. Муниципалитет принял участие в акции, суть которой – помощь якутян друг другу. Далее Алекминский район проведет сбор средств и передаст эстафету Ленскому. Подробности далее. 8 августа Алекминский район принял материальную помощь благотворительной акции «Чарон добра». Главная цель акции – это помощь якутян друг другу. Собранная материальная помощь передается от одного района к другому. На данный момент у нас идет отгрузка товаров. Акция называется «Чарон добра». Это первый этап. Нам отправили для малообеспеченных семей товар, груз, точнее. И второй этап – это у нас будет распределение груза малообеспеченным семьям. Дальше у нас, эта акция у нас «Чарон добра» также продолжается. На сегодняшний день у нас сбор вещей идет ДК «Гармонии». Что еще? Хотелось бы еще отдельную благодарность выразить хозяину теплохода Раух Виктору Рудольфовичу за то, что привезли наш груз с Якутска. Стоит отметить, что организатором данной акции является Антон Васильев, человек с широкой душой и большим сердцем. В июле 2017 года он передал символ акции «Чарон» главе Алекминского района. Каждый может внести свой вклад в общее дело. После сбора материальная помощь жителей нашего района должна быть передана Ленскому району. Надеемся, что акция «Чарон добра» станет настоящей традицией в нашей республике. Ведь самое главное, как верно подметил сам Антон Васильев, доброта спасет мир. Добро понятно на всех языках. Пелагея Чердонова, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.